dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Здравствуйте, Кристина Александровна! Здравствуйте! Как ваши дела? Рассказывайте. Ну, мои дела отлично. Новый год прошел. Все чудесно, все хорошо, я счастлива. Скажите, пожалуйста, какие яркие моменты вам запомнились? Яркие моменты? Знаете, самый яркий момент был... Это самое первое видео, самый социальный проект, который мы снимали вместе с девочками. I have extra things, and I'm sorry to throw them away. I'm ready to give them away. Those people who need them. But I don't know how. Turn out organization. For this purpose, anyone can come to us for help. Снимали в первые разы, у меня не получалось, у меня не получалось монтировать. Но потом я легко это все преодолевала, так сказать. А как вы с этим справились? Как я справлялась? Все просто. Я просто снимала, у меня не получалось. Я удаляла и потом переснимала, и все было отлично. То есть вы пробовали каждый раз, даже когда были неудачи, когда у вас ничего не получалось. Не было неудач. Когда не все было. Падало из рук. Все всегда было отлично. Вы держали себя в руках, я да? Я просто, я держалась вот до последнего. До конца, да? С какими проблемами вы столкнулись при выполнении заданий? Самое сложное для меня это было говорить на камеру, по-настоящему раскрыться, не стесняться своего голоса. Потом, конечно, мы привыкли. We talked about all the famous photos. Peace or Victory Days, Times Square. Вот еще сказано про вас, что вы работали со статьей. Расскажите поподробнее, что в это входило вообще? Да, статья. Изначально нам дали статьи, раздали всем, и нам нужно было их сначала перевести. Потом на какое-то время мы забыли о статьях, но после нам дали новое задание, и мы должны были подбить статью именно под параметры какого-то определенного журнала. Что мы сейчас все делаем с моим соавтором. Мы редактируем, мы готовим к печати нашу статью, и я думаю, мы ее опубликуем. Я думаю, все в будущем у нас осуществится. Хочу вам пожелать удачи, чтобы вы хорошо поработали над статьей, чтобы она все-таки вышла. Мы перейдем к следующему вопросу, если вы не против. Да, да, конечно. С какими трудностями вы столкнулись, когда работали с группой индивидуально? С группой у нас был больше конфликт интересов. То есть каждый тянул одеяло на себя. Это, знаете, это... Хотел выделиться, да? Да, каждый хотел просто утвердиться. Он считал, что он знает как лучше. И, наверное, в коллективе самое сложное это договориться. You do see, you just don't observe. Очень интересно. Следующий вопрос наш. Каким образом вы усовершенствовали свои навыки, выполняя различные задания? Во-первых, мне кажется, я стала лучше говорить именно на английском. Я стала гораздо быстрее читать. Так сказать, с камеры особо не почитаешь. Приходилось учить. То есть я улучшила свою память, именно чтобы заучивать английские фразы или предложения. Также я научилась редактировать видео. Это как это сложно было сначала? Сначала были истерики. Ну давай, вставай, надо английский учить. Ну зачем мне этот английский? Вы же девиантологи, а не переводчики. Потом я вошла во вкус, мне стало нравиться снимать видео, я стала учиться редактировать лучше, мне стали самой нравиться. То есть вы приобрели интерес к этому делу? Да, у меня появился интерес. Как полученный опыт пригодится в будущем? В будущем? Во-первых, то, что я научилась делать видео, это уже какой-то опыт в дальнейшем. Я думаю, он все равно пригодится. Думаю, нам понадобится снимать новые видео. Вот скажите какое-нибудь завершающее слово. Что вам хотелось бы сказать последним делом? Последним завершающим словом? Вы знаете,
Я бы хотела поблагодарить всех, кто помогал мне в монтаже, в съемке, в придумывании различных идей. Ну, в целом, я хочу сказать спасибо за все эти тренинги, за все эти задания. Мне очень помогли они в жизни. Следующий вопрос. Каким образом в университете... Спасибо. Где ты едешь? Хо-хо-хо, ребята! Some point you just to monitor. А, стоп это! Забыла стоп это! Мне так надо с вами беседовать! Ой, спасибо! Не перебивайте меня! Лучше, и это по-настоящему ценный опыт. Вы и так вот замотивировали наших зрителей, что если они правда начнут и пойдут снимать? Вот. Какие вы дадите им советы? Я бы посоветовала не стесняться. Как поется в песне? Понятно! Достоверно! Well, now for the hard part. Тук-тук-тук, английский пришел. Нет! Еще о вас написано, что вы просматривали фильмы с субтитрами и без них. Расскажи поподробнее об этом. О, знаете, это наиболее интересный отрывок моей жизни, когда мы смотрели фильмы и читали субтитрами. Для меня это было очень сложно. Ну, знаете, потому что... Потому что это было сложно. Очень обидно, да, когда всего этого нет? Все верно, да.